Детский сад на 220 мест появится в микрорайоне Новая Ильинка областного центра к новому учебному году. Капсулу заложили меньше года назад. Сейчас стройка на стадии завершения. Ведутся внутренние отделочные работы. Строители работают качественно. И сегодня мы решали вопросы, связанные с организацией подъездных путей и парковки для тех родителей, которые имеют автотранспорт, которые будут привозить малышей своих для того, чтобы им было удобно посещать этот детский сад. В саду запланировано 12 групп. В каждой игровая зона, спальня, санузел, раздевалка и отдельные входы. На первом этаже расположатся ясельные группы. На втором будут размещены комнаты для детей с 4 до 6 лет. В здании запланирован кухонные и медицинские блоки, своя прачечная, изо-студия, танцевальные и физкультурные залы. По графику у нас техническая сдача происходит в конце июля месяца. Что это подразумевает? То есть здесь будут смонтированы, будут сделаны все детские игровые площадки, закончены основные строительные работы, будет смонтировано технологическое оборудование. Сотрудники детского сада приступят к его, так сказать, тестовому обслуживанию. В игровой зоне перед зданием будет физкультурная площадка, состоящая из поля для вольных упражнений и площадки для прыжков в длину, места для размещения спортоборудования. От солнышка и дождя детей защитит 40-метровый тент. Пока штат педагогов на такой большой сад не укомплектован. По штатному расписанию у нас 26 должностей, то есть это в качестве воспитателей и доп. Образования у нас 2 воспитателя. И также есть у нас логопед, должность логопеда, должность психолога, музыкального работника, физкультурного работника. Внешний садик прекрасно впишется в общий облик микрорайона и будет напоминать сказочный домик. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.